Там на 1000. О, вот это. Так, 25 уровень. О, наш щиток. Чух. И жизни больше, и всего больше. Так, ну что, пойдемте. Наверное, сейчас будет что-то злое. О, хочу желтую конфетку. Чтоб скорость была высокая. Там что у нас? Я там, получается, не было. Сейчас тут туда иду, что ли, бля, чуть не упал. Так, разогнался сильно. Так. Сейчас, походу, будет схватка с боссом у нас. Давайте на всякий случай зарядим нашу вот эту вот мега-пушку. Сколько мне за этого босса, интересно, дадут? Так, ну это пока маленькие, походу, для затравки, да? Так, нужно добраться до этого, до мельницы. Да, я так понял. Что-то пока здесь ничего не крутится. Но потом надо будет что-то крутить. Да, вон мельница. Так, интересно уже становится. Что ж там за король вылезет-то? Сука, уроды всякие, стык влазят. А что здесь? Какие-то вообще отдельные ходы, которые не нарисованы. Гляньте, там куда-то можно пройти. Может, там ящик стоит? Тупик здесь? О боже мой. Че, и все что ли? Это для этого и сделано? Че это знает что? Ладно. Пойдемте туда, не будем отвлекаться. Тут кровавые реки текут. Что, мне кажется, сейчас там будет кипиш вообще еще тот, нормальный. Сейчас мы доберемся до мельницы, там что-то будет. О, скоростушка, давайте скорость возьмем. Так, добрались мы, теперь что? Там кто-то орет, как-то мне страшно. А, блядь, птицы ебучие. Я думаю, что никого не видно. Давайте пушку поставим, чтобы она с ними чуть-чуть подразобралась. Позбивала их. Ебать тут движ. Пушка с ними люто разбирается. Тварь, а ну дохни. О, вроде все. Давай, собирайся, родная. Все хорошо, помогла мне, молодец. Без пушки никуда, на самом деле. Так, что-то нужно, какие-то механизмы. Давайте здесь, что надо с ним сделать? Что? Разбить надо было? А, теперь мельница закрутилась, да? Надо еще выше, а куда здесь выше, если тут ничего не... Куда выше, Тут выше уже не залезешь. А на карте показывается, что надо выше. Какая-то чуть-чуть дурная карта. Или, не знаю. Ладно, давайте там полазим. О, опять птички летят. Придется вас сбить немножечко, ребята. Не серчайте. Буду сейчас заебывать до последнего.
Ну где вы там? А, вот ты, тварь. Интересные экземпляры, конечно. Да ну отъебитесь. Ах, тю, блядь. Вот и все, конец тебе пришел. А, он где? И там надо наверху отбить, кстати. А где здесь? А вот. То есть дать мельнице поработать немножечко. Так, идем поверху, чтобы... Видите, нам нужно туда добраться. Так, ферма. Мы дошли до фермы. О, тут уже сразу пацаны встречают. Все свои. Ну отвали, блядь, скотина. Тупорылая. Причем. Ля, и сразу тут чмырь вылез. Я еще не успел расчехлиться, уже какой-то чмырь вылез. Пистолет решает в основном, видите? Ну как так вообще? Там, видимо, еще одна мельница. И, кстати, вон... Попал. Сейчас птицы будут налетать. Су. Мельницы просто застряли, и они не работали. А мы их освободим. Только для чего, я не пойму. Чтобы вызвать какого-то большого главаря. Так, все. Ой, петух вылез. Эй, стой, растение! Ну что, все. Теперь нужно к боссу идти, я так понял. Пойдемте к боссу. Мы все локации обошли, давайте посмотрим. Да, нигде нет темного места, мы везде побывали, и это хорошо, я люблю. Когда все... Ну вот сейчас мы выйдем, походу сейчас будет дикий пиздец какой-то. Открутим краник, наверное. Тот, что я дергал изначально, который не дергался никак. Ох, сейчас какое-то чмо вылезет, я боюсь, блядь, идите нахуй. Ой, ой, кровушка пошла, ребята. О боже мой, чмырь, блядь, какой-то вылез. Да он небольшой. Малыш. Назовем его малыш. А ну давайте погасим. Вместе с пушкой его. Ого, тут патронов, нихера себе. А это еще не все, это только половина его отрезать, или что? Блять, куда стрелять, я не пойму. Кто меня рубает? А, малыши. Блять, да ебаный в рот, там что-то горит. Ох, сейчас мне торба будет. А что там надо на центр выйти и что дальше? Ну? Где этот король-то? Блядь, где-то здесь. Он летает, что ли? Я не пойму. А, башка его проклятая. Так давайте кинем пушку. Все. Вроде бы... Ай... Халлоу-халлоу. Так, ну что, все вроде, да? Пойдемте вернемся. Иридиум выпал. Пушки проклятые, которые вообще никому не нужны. Скин выпал, да, по-моему? Давайте посмотрим, что за скин. Так, это не мне. Гранаты. Давайте подымем еще один скин. Так, ну, вроде так. Так, это иридиум, что является?
Я не понял. Иридиум нужен. Все, пойдемте обратно. В принципе, не так уж тут все было и тяжело. Опыта я не получил совсем. Так поиграл просто, блядь. Ну что ж поделаешь. Давайте вернемся к нашему зомби. Пусть нас награждает за, блядь, за наше похождение. Давайте. Ой-ой-ой! Давайте кинем пушку, пусть она здесь разбирается. А мы тем временем постараемся убежать, если получится. Ну, пушка, убивай, что ты не убиваешь никого? Слышь, он походу... Все, отвали, паскуда! Сейчас за мной прибежит, сука, отвечаю. Так, нам этот клоун дал дополнительную какую-то дополнительную миссию. Собрать. Ага, Brain Candy. Ну давайте соберем для него конфетки. Мне не тяжело. Вот, только как и куда идти вообще? Я не совсем понял. Давайте посмотрим на карту. Ох ты, по всему острову раскидан. Ну ладно, пойдемте обратно. Соберем конфетки. Так как мы DLC будем проходить полностью, то естественно ничего мы не оставим без внимания, как я уже говорил. Отвали по-хорошему. Блять, быстрее перезаряжайся. Меня сейчас прикончат. Ты что, где они берутся? Сейчас мне будет торба. Все, пиздец мне. Пиздец мне, пиздец. Я все перезаряжается, как ни странно, вы видите? Сука. Бля, ему просто все равно. Та на, ёб твою мать. Прикольно получается. Ну, сука, тварь. Вот это у нас зарубы серьезные. Нет, какая-то снайперка вообще никакая. Моя как-то получше вроде была. Да заебали вы, блядь. Сдохните, сука, тварины. Да откуда ж они цедят? Фу, я не могу просто. Давайте постараемся добежать. Отвалите! Я и строчат, блядь, сзади. Давайте купим патронов. На пистолет особенно. Где вы, суки? Так, ну что, погнали. Сейчас, походу, опять будет снова появляться везде. Так, конфеты внизу. Каким хером я туда достану? А, ну достану, в принципе. Так, конфетку одну я забрал. Точно к Хэллоуину, видите, тут конфетки, монстры, все вот эти дела. Так, спускаемся опять в это логово вонючее. Кстати, можно тут подбирать то, что я выкинул. Хотя смысла я в этом не вижу. Так... Наверх, а что, как сюда наверх залезть? Как-то надо забраться наверх. Блять, да давай залезай, не елось меня.
Как-то надо забраться. О, еще выше. А, вот там. Интересно, это как туда нужно-то залезть? А, надо подняться вот здесь, я так понимаю, да? По трубе, наверное. Блин. Блять, это что за дерьмо? Эх, надо аккуратненько, упаду, будет обидно очень. Тихо. Так, конфетки собрали. Давайте запрыгнем сюда. Побежали дальше, нужно еще 3 конфеты собрать. Миссии, конечно, я совсем не понимаю, к чему они ведут. И должны ли они вести вообще к чему-либо. Здесь тупик, что ли? Я не пойму. Ёб твою мать. Надо перепрыгнуть на ту сторону. Сука. Обратно бежать. Это весело, ребята. При том, что там везде такие типы появляются постоянно. Весело это вообще, бесконечно весело. Давай, застрянь тут еще, блядь. Так, бегим обратно тогда. Такое, ничего дополнения, ну не знаю, мне не особо. Мне более понравились именно из Headhunter этого пак, или как он там называется. Между новогодним Днем Благодарения и вот этим, я, наверное, отсеку только это, потому что какое-то оно, я ожидал большего. Оно неплохое, нет, просто не знаю, не совсем то, что, по крайней мере, я хотел увидеть. Блять, начинается вот этот кипиш. Все, отстань, падла. Сейчас меня зарубят. Наверху, ух ты, а как тут достать, интересно. Плюс этих мудаков рубануть всех. Блять, ну это жесть вообще просто. Сейчас буду дохнуть, мне кажется, здесь через каждые 5 минут. Потому что конфету я не достану, пока всех не угомоню. Надо придумать, как забраться туда, на дерево. Блять. Не вздумайте, чтоб я умер, только я начинаю злиться тогда. Да, я заберу иридиум, падла. Вот этот крутой чувак. Да-да-да, блядь. Только не уходи никуда. И еще где-то один остался, пидорас там. А вот он. Все, суки вонючие. Так, давайте как придумать теперь сюда запрыгнуть. Наверное, просто подпрыгнуть может и забрать. Не так уж оно высоко и лежит. Да. Отлично. Сука, отвалите. Давайте я вам еще подкину чуть-чуть. Гранатку, чтобы вы не расстраивались. Так. Сука, скотина, падла. Он уже строчит. Так, еще 2 конфеты. Блин. Я их так медленно собираю почему-то. Фу-фу-фу, тяжело. Так, а как сюда-то забраться? Это, походу, нужно было с той стороны идти, да? Или нет? Блять, а как слышно в натуре, как надо было... А, наверное, с той стороны надо было идти. Ладно, придется, видимо, обходить, мне кажется. Ух ты, сколько обходить. Но по-другому уж никак я не достану, по идее. Надо как-то сюда запрыгнуть. Может как-то обмануть, если бы на эту крышу... А все равно надо туда, в принципе. Идти куда-то.
Поэтому мне смысла обманывать тут нечего. Ух ты, гляньте, куда я залез. Давайте попробуем теперь перепрыгнуть вот сюда. О. Блять, ну как так? Короче, придется все-таки обходить вокруг. Ладно. Наши лазейки не прошли. Просто там сейчас тысяча мудаков будет вылезать. Не особо мне это нравится. Да и могли бы время сэкономить. Блять. Ну что же делать, пойдемте вокруг. О, вот о чем я и говорил. Это что, королева мудаков каких-то. Все, ребята, свалите. Мелкие вообще вот эти злые, как собаки. А вот огненный вылез, это опасный. Видите, он злится. Все, свалил, подонок. Ой, блядь. Блядь. Гляньте, ну, видите, голова у него кружится, или что у него там кружится. Так, обходим, обходим дальше. О! Ребятушечки! Патрончики закончились. Нет. Блять. Давайте перезарядимся. Да быстрее давай. Крита ему дал, но все равно это не то. Гранат нету, ничего нет. Вот почему я не хотел обходить все это, сука. Ой-ой-ой, сейчас... Это, я надеюсь, босс опять не вылезет второй раз. Потому что с боссом придется опять бодаться, а он довольно-таки неплохой. Не, я думаю, что не вылезет. Наверное. Боссик. Хуесосик. Нет, не вылезет. Ну и ладно. Ну и ладушки. Вот сейчас здесь пацаны могут вылезти, и они вылазят. А давайте посмотрим, где там... Какая-то миссия была, в которой... О, вот этих надо чуваков. Ладно, я понял. Блин, ну долго. Походу, видите, на них не действует этот урон особо. Ну, действует, но... Блять, отвали! Сейчас он меня замочит. Умирай. Паскуда тварь. Да, так и уровня не набрал. Ну ладно, что ж поделаешь-то. Так. Да кто там уже, блядь? Подонок ты проклятый. Слышь. А шо, у меня больше ничего нету? Ну все, умирай! Сука! А где... Это там в домике? Так я не пойму, сейчас обратно перепрыгну. Что, надо будет еще возвращаться раз? Походу, да. Подожди, а если я... Я смогу вылезти оттуда? Если я спущусь? Блять, надеюсь, что смогу. Так, ну что, еще одну конфету. Как вылезти? А, тут есть лестница, слава богу. Давайте вылезем. Поспокойненькому. И последнюю конфету заберем. Только... Надо же допрыгнуть. Отлично. Все. Принесите конфеты этому Тикею. Ну все, отвали, там где-то сзади уже бежит подонок.
Не, можно, конечно, его прорубить. Потому что я никого в живых, блядь, не ост... Водит пистолет сильно. Он, конечно, классный, но водит его тоже классно. Давайте, чтобы не оббегать здесь, спрыгнем, да и все. Где этот баха? А, вот он. Как раз к нему, к трейлеру приземлимся. Положим конфеты, давайте ему. Все? Ну все, не заводись только. Так, что, все что ли? Наверное, да. Да, все. Давайте посмотрим наши задания. Где там они? Completed. Где этот баха? Тики баха. Ну, короче, все мы сделали, видимо, здесь. Вот такое небольшое DLC. Да, здесь нет уже теперь Hello, Hello. Так что, все мы с вами проделали. Вот. Что, дорогие друзья, всем спасибо за внимание. С вами был Анри. Вот такое дополнение к Borderlands. Кровавая жатва бахи. Ну что ж, играйте в Borderlands. Присоединяйтесь ко мне по системному линку. Всем пока!